сразу после выхода материала на нашем сайте tatufoto.com про Анастасковский и ее скандальная татуировка с именем парня на лбу, мы подготовили его видеоверсию для нашей аудитории на YouTube. Приятного просмотра. Женщина татуирует имя бойфренда на лбу, реальность или постановка? В эпоху, когда каждое действие в социальных сетях может стать вирусным, решение Анастасковски набить имя своего возлюбленного прямо на лбу вызвало волну шока и недоверия в интернете. Не подделка ли это, спросите вы? В этой статье мы рассмотрим подробности этой истории, разберем реакцию общественности и попробуем понять, как одно спорное тату может изменить жизнь человека и что на самом деле скрывается за чернилами, которые теперь украшают ее лоб. Оставайтесь с нами, чтобы узнать, как любовь, татуировка и интернет-известность переплелись в одном из самых обсуждаемых событий сегодняшнего дня. Анастасковский и ее скандальная татуировка с именем парня на лбу, факты и фото. Москва, Россия. В мире социальных медиа возник новый повод для споров, после того, как Анастасковский, блогер и создатель контента в Instagram, опубликовала видео, на котором ей набивают имя ее парня на лбу. Видео мгновенно вызвало бурные дискуссии среди интернет-пользователей, многие из которых засомневались в подлинности татуировки, в то время как другие решили, что это глупость. На опубликованных кадрах запечатлен момент, когда тату-мастер, помеченный в посте как Айдос, наносит на лоб имя Кевин. Действие происходит под гудение тату-машинки, которое художник затем заполняет буквы черной краской. Публикация вызвала мгновенную реакцию подписчиков и случайных зрителей, породив сотни комментариев и бурную дискуссию в сети. Под видео пользователи Instagram оставили множество комментариев «Это самое глупое, что я когда-либо видел», написал один из пользователей. «Это реальные чернила? Если да, то это безумие», удивился другой. Некоторые высказывались, что это всего лишь шутка, отмечая, что сценарий выглядел весьма убедительно. В ответ на критику и сомнения Анастасковский не оставила без внимания своих критиков и опубликовала еще одно видео, в котором рассказала о своих чувствах и причинах, побудивших ее к столь радикальному шагу. Она подчеркнула, что любит своего парня и не жалеет о своем решении, утверждая, что это выражение ее чувств. Дебаты не утихают, и люди продолжают делиться своими мнениями в социальных сетях. «Удачи на собеседовании», иронизирует один из пользователей. «Не может быть, чтобы это было настоящее», сомневается другой. «Я не могу в это поверить», присоединяется третий. Анастасковски, в интервью изданию The Sun, поделилась своими мыслями о восприятии ее поступка публикой. «Я не понимаю, почему люди делают из этого столь большую проблему». Она также шутливо добавила, что в случае разрыва отношений ей придется искать другого Кевина, но тут же заверила, что разрыва они с парнем не предвидят. Кроме того, она подтвердила подлинность татуировки и выразила легкое удивление от собственной смелости, добавив, что еще не рассказала о новой татуировке своей маме и предположила, что родительница немного взбесится. Эта история набирает обороты в социальных сетях и уже успела вызвать не только массу дискуссий, но и породила новый хэштег, под которым люди делятся своими историями необычных татуировок. Время покажет, станет ли история Анастасковски примером экстравагантного проявления любви или предостережением для тех, кто может слишком поспешно решиться на подобный шаг. Вся информация принадлежит сайту tatufoto.com, копирование запрещено. Изображения принадлежат их авторам, предоставлены в ознакомительных целях. У нас на сайте вы найдете больше информации про значение рисунков татуировки. Сможете посмотреть фото готовых рисунков и подобрать эскизы для татуировки. Ссылка в описании. Удачи вам!